Дурак. Петруша, ой, красавец ты мой, Петрушенька, ой, ты мой сладенький, и не стыдно. Да я его возле речки нашел. Где? Возле речки. Ах, возле речки. Из Африки, наверное, к нам залетел, заблудился. Краса, из Африки? Да. А кто же его в Африке по-нашему говорить научил, а? Ой, ты моя прелесть. Ну, иди ко мне, Петрушенька. Иди ко мне, мой хороший, иди. Ой, красавец ты мой. Клеточку у тебя сломали, клеточку сломали. Украсть хотели бедненького. Да не крал я его. Угу, не крал, не отдам. Никому не отдам моего красавца. Никому не отдам. Ох ты мой симпатичненький, давай закроемся. Ох ты мой хорошенький, вот. Пойдем домой, Петрушенька, домой. Красавец, а? Хорошая птичка. О чем отдаете? Ты мой маленький, не продается. Понял. Купить хотели Петрушеньку, купить хотели красавца. Сейчас там одни дырки. Запустили, спутник, дырка. Где? Там. И какое ж это небо? Это не небо, а штаны. Какие? Рваные. И вот тепло. Через эти самые дырочки. К чертовой бабушки. Мировое пространство. Вот поэтому холодно летом. Все равно
летали, летаем и будем летать. Да-да. Нет, спокойно, я не прощаюсь. А, Громулька? Конечно, Громулька. Ну, что там у тебя? Мы, понимаешь, честность повсюду разводим. Угу. А тут в одно и то же самое время трудовые велики развинчивают. Так. Что так? Запишем? Ну, конечно. Я не знаю, как это называется. Хочешь одним словом? Ну? Это гангстеризм. И это в то же время, когда мы, понимаешь, на пятилетки набрасываемся. Ну ладно, ударник, ты свою пятилетку по водке за одну неделю осиливаешь. Ну и что, конечно. Значит, у тебя велик развинтили. А ученых попугаев у молодых агрономов воруют. Каких попугаев? А ты ничего не знаешь, ты ничего не слышал. Угу. Позавчера у молодого агронома его ученого попугая сперли. Тому попугайчику-то цены нет. Он же такое может загнуть. Закачайся. Хочешь, скажу? Верю. О, Федорович, так что ты мне выведи его на чистую воду. Кого? Ну, этого. Рецидивиста. Мне моя сознательность не позволяет с ним жить в одной и той же деревне, на одной и той же улице, в одно и то же самое время. Так что найди мне мое колесо. Так, заявление делаешь? Конечно, делаю. Да, нет. Отдавай мне мое колесо. А я тебе за это, сам понимаешь. Чего? А? И не встанешь. Рамулька. Да? Я вот сейчас в район позвоню. Звони. И тебя в отрезвитель со всеми вытекающими. Меня нельзя. Нельзя? Нельзя. Нельзя. Я потерпевший. Ну вот что, потерпевший. Иди-ка, ты знаешь. Ой, Федорович. Хочешь, я тебе сапоги сошью даром? Сами на службу ходить будут. Рамулька, иди. Идите. Идите. Все, понял. Так я не прощаюсь, а? Федорович, как родного? Рамулька. До чего мы дожили среди бела дня у прохожих на виду? Кто-то занимается, понимаешь, хулиганством, ворует частную собственность. О, здорово. Держи. Прости, а я не прощаюсь. Позор! Да, позор. То самое время, когда, понимаешь, честность повсюду разводим. Это не придумаешь, как назвать. Это... эгоизм! Позор, люди! Стоп! А мое колесо где? Не знаю. Попугайчиков, говорят, воруют. Говорят? Гангстеризм. О. Сандрыч, Сандрыч, можно я твою птицу возьму? Куда? В свидетели. Чего? Вор в обществе. У тебя птицу сперли, а у меня вот колесо. Ну и что? Ну вот пускай твоя, это... Чего это? Вот это вот все
подтвердит. Что? Ну, вот этот, прейскурант. Слушай, иди-ка ты проспись. Я понял. Я не прощаюсь. Саша, а ну-ка слазь, слышь, я кому говорю слазь? Слазь и говори, что ты опять натворил. Ну, чего еще там натвори? А колесо? Зачем оно тебе надо было? Как этот попугай. Какое колесо? Ты у Ивана Сапожника колесо скрутил с велосипеда. Да какое еще колесо? С велосипеда. А мне оно зачем? Говори, сынок. Ну, я. Пусть буду я, если так надо. Вот к Порошке тебя вызывают. Кто-то у этого пьяницы колесо скрутил, и на тебя и думают. Вот тебе агрономовский попугайчик. Теперь все на тебя будет. Леонов, ну-ка зайди ко мне. Здрасте. Здравствуй. Проходи, садись. Чай будешь? Буду. Будешь. Ну где колесо-то? Какое? Грамулькина? Да не брал никакого колеса. Не брал? Нет. Пей. Ну, а теперь говори правду. Какую? Где был позавчера? На речке купался. Где ж еще? Хм. А у клуба? Да не был я у клуба. Ну, когда колесо стянули? А когда его стянули? Не знаешь? Нет. А если бы знал, бы сказал? Ну, во сне увижу, скажу. Ах, Миш, ты у меня дохохмишься, Леонов. Ну ладно, пей, пей. Давай говорить, как умные люди. Знаешь, ты у меня где сидишь? Где? В сад лазил? Лазил. А вспомни, что у тебя с попугайчиком было. Да не брал я его. Ха, не брал. Иду на речку, вдруг слышу, кто-то обзывается дурак. Ну, смотрю, попугай. Принес я его домой. Кто же знал, что это агрономовский? Ведь они недавно к нам приехали. Кто же знал, что они с собой привезут, попугая или крокодила? Так вот, попугайчик. Теперь колесо. Да не крал я. Сядь. Комплекс получается. Чего? Комплекс. А знаешь, чем это пахнет? Чем? Вот что, Леонов. Иди домой и хорошенько подумай. А не вспомнишь про колесо? Другой разговор будет. Где же ты, мое колесо, колесико мое? Здравствуй, дядя Вань. А, говорят, уже кое-кем милиция интересуется. Говорят? С попугаев на велики переходим. До чего мы так дальше дойдем, я не знаю. Ну что ж, идите, идите, я не прощаюсь. Рецидивист.
сынок, ты мне одно скажи. Брал ты у Грамульки это проклятое колесо или нет? Не бойся, ругать не буду. Ну, мам! Пошли. Я этому шелудивому начальнику, этому Порошке Конопатому, покажу. Он у меня попляшет. Пошли. Ну, мам! Идем, да не говорю, пойду идем. Я. Ну, мам! Пошли. Ты его сегодня вызывал? Да. У Грамульки колесо стянули. Он? Не знаю. Ну, попугай-то у него был. Я спрашиваю, колесо он стянул? Я не брал. Значит, уже руками. Начал махать. Важной птицей сделался. А в чем дело-то? Ты посмотри на него, посмотри. Ты знаешь, чем это пахнет? Это? Я? Да ну что, Василий Афанасьевич, я же... Да как же тебе не стыдно? Нахальные твои глаза. Василий Афанасьевич, да вот спросите у старой Антипихи. Она да все видела через окно. Да что Антипиха видела? Что она видела? Встречает меня и спрашивает. Чего это твоего Сашку к себе Порошка звал? Так и так говорю, колесо какое-то. Ну, она мне и говорит. Вышел твой Сашка от Порошки, а на нем лица нет. Я домой, и вот. Что же такое получается, а? Так, Николай, все ясно. Факт, как говорится, на лице. Так, так. Да не я же это. А кто? Ну, не знаю. Может, с ребятами подрался. Или не было? Да не дрался я ни с кем. Ну, так что же, я тебе этот синяк, что ли, подсадил? А я колеса не брал. Верю. И попугая нашел возле речки. Верю. Не он это. Ну вот. Что, зачнем? Нет. А кто? Да никто. Я в саду под яблоней заснул, яблоко сорвалось и прямо в глаз. А я не заметил. Ну ладно. Я пойду. Николай. Ты у меня смотри. Да ну что, Василий Афанасьевич. Вот. Ну, понимаете, это все Володька Кулеш. Я ему, понимаешь, сапоги взялся шить. Ну, назначил примерку. Он, значит, приносит, я ему, значит, делаю примерку. Я, значит,
Во, псих, а! Как будто нужны были эти березки. Он же сказал, рубите кривые. А я плевать на него хотел. У меня есть разрешение на санитарную вырубку. Что хотим, то и рубим. Слушайте, надо как-то трактор отвоевать, инструменты забрать. Как хотите, я туда не пойду. У меня дети маленькие. Да. Угрожая оружием и сквернословием, лесник Тыркич, Н.М., вынудил рабочих леспромхоза покинуть участок и тем самым сорвал санитарную рубку леса. Да таких санитаров дустом травить надо. Ну так что же вы на это скажете? Я им русским языком сказал. Кривые березки рубите, ровные не трогайте. Ну жалко же. Прихожу, ровные лежат, кривые стоят. Все, что вдоль дороги росло, они под пилу. Сейчас не роща, а вороны кругом облетают. Да. А ведь эту санитарную вырубку я разрешил. Это не вырубка, а порубка. Так вы что же, меня учить будете? Нет. Нет, да. Так, ну ладно. А скажите, а почему вот за последние 3 года у вас не было актов о самовольных порубках? Так у меня их не было. Почему же у других были? А я почему знаю? За лесом надо следить лучше. Акт, бумага есть бумага. Из нее леса не вырастет. Да-да. А скажите, а вот вы недавно никому не продавали лес? Самовольно. Вот сигнал поступил серьезный. Так я разрешил только Ганне, Леонихе, 2 ели срубить. Значит, правда? Правда, так они сухие были, совсем сухие. Потом она одна, кто ж ей поможет? Ну ладно. Доброго здоровья. На первый раз ограничимся выговором. Дай, чтобы акты были. Будут? Угу. Будут акты. Привет! Здорово. Здорово. Ну что, нашел колесо-то? Какое колесо? У меня их много. Ну, какое колесо? От велосипеда. А я его не терял. Ну, Вань, ты шутник. Нам шутка строить и жить помогает. Чего у тебя там? Сапоги или ботинки? Слушай, Вань. Давай я на тебя акт составлю. Чего? Акт составлю. Отдохни. Фу, ты сейчас не про то. Минплан спустили на браконьеров по лесничеству. Ага, понял. Ты, знаешь, свой план выполнишь, а меня в суд. Такой суд, с ума сошел? Штраф только. Я сам и заплачу. А тебе за подмоченные репутации бутылку поставлю. Иди ты. Ты сам себя оштрафуй. Ну, Вань, ну выручи. Он же меня выгонит из лесников. Угу. Знаешь, что он сказал? Раз есть лес, должны быть браконьеры. Вот не дрит твое колено. А ну, давай записывай. Только смотри. Сейчас природа строго. Ну, Вань, век не забуду. Не-не, не надо. На работу не пью. Так я подожду. Ладно, и не прощайся. Thank you.
Петровна, не гоняй вольтов, у меня горе. Я его тушил. Ночевать будешь в погребе. Как в погребе? Там холодно, я ж замерзну. Быстрее очухаешься. А ну, открывай! Моя хата! Я ж твой клёш. Кто хозяин? Кто здесь хозяин? Уже и спросить ничего нельзя. Ну, Верунчик, ну, ласточка моя, ну, открой. Я все сказала. Торпеда ты? А давай мое ружье, стреляться пойду. А ты бери себе примака и живи. Еще вспомнишь плохого Никиту? На. Хоть стреляйся, хоть вешайся, в хату не пущу. Сними завтра деньги с книжки. Рублей 200. Сниму. Всю деревню пригласи, чтоб хорошо помянули Никиту Лесника. Помянем, помянем. Давай патроны. Что я, из пустого ружья стреляться буду? Ой, чтоб ты провалился. Где они? Там, в полушубке. И полушубок давай. В нем смерть приму. На. Смотри, не промахнись. Ага, торпеда ты. Ну чего, переночевать пустишь? А то моя торпеда в атаку пошла. Иди, милый, иди, свой я. Меня трогать нельзя, я лесник. А ружье не мое, я взял у соседа, поносите. Куда идешь-то? Ты куда идешь? Ты что, одурела, что ли, свинья? Падла. Ну, падла. Сейчас я тебе покажу, кто в лесу хозяин. Я тебе сейчас покажу, гадина. Тьфу, черт! Ну и законы, ну и порядки. Мне на него охота запрещена, ему на меня можно. Ему разрешено. Паразит. Свинья. Развел же вас на нашу голову. Не пройти, не проехать в лесу. Все сожрали. Грибы все сожрали. Ягоды все сожрали. Обзаглели. Что? За человека беретесь? Дал же рога бог свинье. Ну иди, иди. Иди. Ну долго мне на дереве сидеть. Иди. Ну гад. Ну гад. Погибаю! Люди! Люди! Спасите, погибаю! Люди! Люди! Спасите, погибаю! На! Тащи, чтоб тебя черти таскали! Стой! Иди сюда! Иди сюда!
Говори, кто ты? Баба я. Вытащи меня отсюда! Баба я. Баба я. Не уходи! Баба я. Я баба. Но. Не уходи! Но, пошла. Но. Стой! Но, пошла, но! Стой! Но, пошла! Чего? Иди сюда. Ну чего еще? Иди быстрее. Там, у старого вяза, кто-то человеческим голосом говорит. Никого не видно, а говорит. А, так это, наверное, Аграновский попугайчик опять бежал. О, пойду поймаю. Стой, не ходи. Садись. Пусть сама теперь ловит. Ну, пошла. Ну. Сидел и за мной бежал. С кем работаешь? Володька Кулеш и Леший там. Зачем вяз пилили? Володьке на пасеку пчелка мулей мед душистый. Где конь? Я не знаю. Стой!
Меда им душистого захотелось. Я не бросай накормлю. Меня. Я с тобой. Твой клёш. Я с тобой. На! 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 Стой! Останови, Никита! Останови, останови! Не доеду я, там что? Человека никто не понимает. Не вздумай драпануть! А я драпану! Вот что с человеком делает страх. Кулеш, гад, сбежал, а? Держи. Еще говорят, что нечистой силы не существует. Это я в дупле сидел. Ты? А что ты там искал? От кабана прятался. Не отсиживался, пока вы. А, ай, ну и шутки у тебя, Никита. Слушай, а куда ты меня везешь? В лесничество, пусть там разбирается. Так может не надо, Никит? Чего не надо? Чего не надо? Такой вяз загубили. Не надо. Ну загубили. Это все Володька Кулеш со своей пасекой. Он на это дерево давно глаз положил. Слышь, Никит, а может тебя спасли? Ну не спили мы этот проклятый вяз. Ты бы так и остался там куковать. Мы, значит, человека от погибели спасли, а нас за это штрафовать. Не могу, Вань. Я с тобой как-нибудь за свои спасения в другой раз расплачусь. А сейчас не могу. Служба. Слушай, Никита, а ты на меня вчера протокол составлял? Ну? Составлял. Так что зачем же еще сегодня один составлять? Понимаешь? Так что я не прощаюсь, а? Таких не видел. И где ж вы, Миронна, таких наловили? Это магазинные, дедушка. А, вот как. Ну и сколько же такие мальки стоят? По 3 рубля за штуку. А вон та 5 рублей. А вот это 10. Одна? Одна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты! Ничего себе! Руками не трогать и близко не подходить. Тихо, тихо. Ой, тихо.
Тетенька, а зачем тут эта трава? Что они ее едят? Это чтоб рыбки дышали. Вон она, ну вон рыбки на кочке. Здорово, дед. А, чего? Я говорю, здорово. 10 рублей за штуку. Афанась у себя? Он занят. Я не спрашиваю, занят он или гуляет. Кто у него? У него председатель колхоза. Вот и славненько. Дедушка, нельзя. Сыц! У нас карьера рядом, булыжник есть. Да это хорошо было бы. А деньги? А средства? Вот это... И власти, и начальству привет! Погоди. Погоди, дед, погоди, погоди. Афанась, срочное дело, понимаешь? Я только спрошу. Скажите, колхоз «Заря» миллионер? Ну, миллионер. А «Прогресс»? Тоже. А теперь позвольте спросить. А когда же мы, когда наш колхоз будет выходить в миллионеры? Других, понимаешь, и по радио, и по телевидению, и даже в кино снимают. А мы что, лысые, что ли? Чего, чего? Чего ты лыбишься? Чего ты лыбишься? Тут, понимаешь, деньги в банках плавают. Какие деньги? Вот. А нам лень их взять. Да какие деньги-то? Дайте, дайте мне только, ну, небольшой авансик, и через год я вам такое наделаю. Понятно? Это уж точно. Подожди, подожди. Слушай, я же твой кабинет рублями обклею. Эти самые улицы паркетом застелю. Понимаете? И все это откуда? Все это из моего пруда. Вон то, что там, за этим, за огородом. Вы, ну чего вы, чего вы? Вы представляете, что будет, а? Представляете, мы миллионеры, вообще богачи. У нас ордена, почет, уважение.
как во сне, рационализатор. Эх! Что? Тосенька, поймай-ка мне вон ту полосатенькую. Вам сюда, что ли? Ну, а куда же еще? В самый раз. У нас берут или в банки стеклянные, или мешки полиэтилена. Ничего, если они у вас в этих ящиках плавают, в ведре и подавно. Давай, насыпай. Так, вот, где? Где она? А, вот, вот, пузатенькая. А? Попугайчик, это интересно. Так, так, вот, это хорошо. Теперь, а теперь где она? Во, вон она, шустренькая, вертлявенькая. Ага, вот, ага, теперь, ага, о, вот они. Ага, вот, вот, этих лови сразу двух. Ага, так, вот, еще. Ага. Может, хватит уже? А? Какие-то, какие-то они маленькие все, а побольше, ну вот, с ладонь нету. Вы что, их на уху берете? Нет. На развод, миленькая. И мне бы вот таких, которые бы сразу родить стали. Интересно, что у вас за аквариум такой? Ну, не мерил, но все лето не пересыхает. Пруд, что ли? Ну? С ума сойти. Чего? Не будут они у вас там жить. Не будут. У вас в этих в ящиках живут, а у меня не будут на природе. Им нужна особая температура. Особый режим и регулярная смена воды. Да, а как же это я во всем пруду воду переменю, а? Вот уж этого я не знаю. Ну вот, ну, а если все-таки запустить? Передохнут. Ну, а вот таких, таких, которых можно в пруд, нету? Ой, Господи. Ты какого же черта вы ими торгуете? На, высыпай обратно, давай мое ведро, давай.
живой карп. О, годится. Мне, миленькая, 4 карпа. Только так, чтобы были он и она. Чего? В общем, понимаешь, карп и карпиха. Ну, одним словом, чтобы это мужчина и женщина. Ну. Ой, мам, я умру. Да мне плохо. Ты мне тут глазки, милые, не закатывай. Раз просят, значит, надо. Давай, насыпай. Мужчин и женщин, давай. Может, не и национальность у них спросить? Поменьше разговаривай. Давай, лови. Давай, вон ту, вон ту. Вот. Чего стоишь, лови. Эту. Во. Годится. Клади ее. Вот так. Держи ее, держи. О, а теперь вон того покрупней. Вот это да. Ну, спасибо, милая, годится. Андрюша, дедушка везет рыбу. Я рыбок хочу, хочу рыбок, хочу. Это не рыбки, это я 2 крокодильчиков купил. Зубатые такие. Крокодильчиков. Ну ладно, смотри своих крокодильчиков. Стой! Ну!
Вот. А через год в колхозе рыба будет, завались. Ай-яй. Так, вот что, Сашка, быстренько свежей водички из колодца. А вы все чистить пруд. Ура! Так, а я сейчас. Косю я конюшину, косю я. Ты почему в город уехал и мне ничего не сказал? Приятного аппетита!